Сегодня мы поймем формулу площади треугольника. Для начала нарисуем в нем высоту и основание. Наша задача понять, почему синяя площадь это 1/2 a умножить на h. Переместим высоту влево. Заметим, что a умножить на h это площадь прямоугольника. Из формулы получается, что треугольник это половина прямоугольника. Значит, мы должны поместить два треугольника внутри одного прямоугольника. Чтобы это сделать, возьмем точно такой же треугольник, разрежем на две части, перевернем их и соединим с первоначальной фигурой. Повторимся, что площадь прямоугольника это a умножить на h. Так как внутри есть два одинаковых треугольника, то площадь одного из них будет половина ah, и площадь другого будет тоже 1/2 a умноженная на h. Более того, мы можем заметить, что площадь параллелограмма будет точно такой же, как площадь прямоугольника. Но мы не об этом. А что если треугольник будет таким, как вы видите на экране? Здесь есть несколько способов поместить наши два треугольника внутри прямоугольника. И мы рассмотрим только один из них. Правую часть фигуры, которая вне прямоугольника, мы будем помещать внутрь. Получается, неважно какую сторону в треугольнике можно умножить на высоту к ней, поделить на 2 и получить его площадь. Делимся этим видео, если понравилось. Спасибо за просмотр!